Экономическая ситуация в стране, зарплаты, вопросы интеграционных объединений и развитие сотрудничества с рядом стран. Эти темы президент Беларуси сегодня обсудил на встрече с премьер-министром. Главу государства интересовала ситуация в отношениях с Россией, как выполняются договоренности, достигнутые во время июльской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Говорили и о поставках белорусских товаров в Грузию. Напомнил наш президент и о поручении вывести на достойный уровень заработок низкооплачиваемых категорий работников. Сергей Румас доложил главе государства, что на этом вопросе правительство сейчас делает основной упор. Вместе с тем средний уровень зарплат по стране подрос.